Всем привет, с вами Сергей. Сегодня мы посмотрим отель Дьюсит Тхане. Он расположен на севере Паттайи, неподалеку от терминала 21. Вот видите, да? Самолет, тук-туки. Давайте же мы с вами посмотрим, что это за отель. Этот отель считается 5-звездочным. Давайте проверим, оправдывает ли свои он 5 звезд, сколько здесь стоят номера, и как выглядят вообще общественные зоны и все остальное. Поехали! Мы с вами направляемся в сторону ресепшена. Посмотрите, сколько здесь зелени. Широкая дорога. И вот впереди основное здание, где мы будем заходить. Так мы с вами будем заходить. При входе нас встречает симпатичный фонтан и масса просто зелени. Очень ухоженные постриженные кусты. Смотрите, как красиво. Отель хоть и 5-звездочный, но в принципе за нормальные деньги здесь можно снять номер. Вот так мы с вами будем заходить. Вот такой вход здесь. Очень симпатично все сделано. Заходим. Так, нас тут встречают цветы. Знаете, они живые. Да, живые цветы. Смотрите, как красиво. Здесь зона ожидающих регистрацию. Здесь тоже очень много людей, смотрите. Преимущественно арабские страны. Посмотрите, как здесь симпатично. Прям вообще очень-очень атмосферно, душевно. Давайте смотреть с вами дальше, что здесь есть. Справа от лобби расположилось вот такое симпатичное кафе. Чего тут только нет. Класс вообще. Вот и сэндвичи. В общем, все, что хотите. Макарони. Так. А тут у нас что? Тут такой зал ожидания. А, тоже, да. Это тоже кафе. Очень красивые кресла. Смотрите. Смотрим, что тут есть еще. Ай. Тут тоже продолжение кафе. Немножко уже в другом стиле. И тут еще, видимо, проходят завтраки, да. Знаете, прям впечатляет. Давайте посмотрим вот здесь еще поближе. Да. Вон там лобби. Достаточно большой зал. Каскад называется. Вот здесь очень классно. Посмотрите. Вот так вам покажу. Как вам дизайн? Мне кажется, все очень-очень красиво. Идем дальше. Хочу вам еще показать мебель. Посмотрите, какой диван классный. Ковер тоже очень-очень ничего. Смотрите, какие кресла.
Мы уже с другой стороны коридора. Посмотрим, что здесь есть. Магазинчики здесь, пожалуйста. Можно приобрести какой-то там сарафан. Лавки, видимо. Так, тут еще один зал. И выход куда-то. Сейчас мы с вами посмотрим, куда. С вами выходим на улицу. Очень, кстати, тихо. Да, здесь идут уже спальные корпуса. Такая симпатичная дорожка ведет. Видимо, к бассейну, я так подозреваю. Смотрите, как красиво. Очень-очень тихо, чисто. Я просто почему выбрал этот отель, хотел вам показать, почему его. Потому что очень много положительных отзывов. И прям, я не знаю, какой-то бум просьбы снять север Паттайи. На самом деле, очень много мне пишут знакомые. Сними не только север, сними, пожалуйста, и Жамтьен, и центр. Потому что все любят Таиланд и хотят побольше его смотреть. Но вот сегодняшний ролик все-таки решил посвятить северу Паттайи. Посмотрим, какая будет отдача у людей. Ну да, север Паттайи, он же все-таки всегда считается такой больше, ну что ли, больше лакшери, более люксовый такой. Здесь более чисто. Такое все тут. И вот видите бассейн. С вами как-то проберемся немного подальше и не будем снимать обнаженных людей. Вот мы вышли в другую зону бассейна, и тут уже вид на море. Просто нет слов. Мне нравится. Вы знаете, я здесь первый раз. Как вы поняли, что я в основном везде бываю первый раз. Прихожу, вот сразу все снимаю, чтобы реально показать ситуацию в отеле. Да, территория впечатляет. Посмотрите. Там центр Паттайи. Получается, первая улица. Тук-туки. Все, что нужно. Инфраструктура вся. Массажные салоны. В общем, все, кто был в Паттайе, знают. Я хочу подойти все-таки поближе к тем лежакам и к той стороне моря. Хочу посмотреть, какой там пляж. Ну, вы знаете, вот, да, по крайней мере, вот корпуса, они такие, как видите, не новые. Но выглядит все очень-очень достойно. Так, что у нас здесь? Осталось совсем немного, и мы увидим. Да, вот в ту сторону Вангамат. Смотрите. Ну это же какая красота. Смотрите, какой вид. Напомню, что этот отель не стоит сумасшедших денег. Мы с вами посмотрим номер. Вам все покажу. Мы попали на какую-то дорожку с вами. Так, давайте пройдем по ней, посмотрим, куда мы выйдем. А, на другую сторону бассейна просто вышли мы с вами. Вот, пожалуйста, теннисный корт. И мы направляемся внутрь, смотреть дальше, что тут есть. Здесь есть большая обеденная зона, видите, живая музыка. Это, видимо,
для каких-то встреч таких массовых. И, видимо, тут что-то намечается. Видите, народ готовится. Отель битком, вот просто. Просто битком. Мы с вами выходим. И идем снова смотреть дальше отель. Тут между корпусами какая-то небольшая площадка. И снова все в зелени утопает. Мы вернулись с вами на территорию отеля. Посмотрите, послушайте, вернее, как тут тихо вообще. Очень тихо. Давайте с вами посмотрим туалет. Заходим. Очень чисто все. Смотрите, как все симпатично сделано. По-дизайнерски просто прям, ну, классно. Зачет, идем дальше. Тут на первом этаже есть какой-то ход вниз. Давайте посмотрим, что это. Мне кажется, это какой-то спа. Салон здесь должен располагаться. Посмотрим. Посмотрите, в каких тонах сделан отель. Выполнено очень просто. Вот бежевый, коричневый, кремовый. Посмотрите, как мило. Пахнет нереально просто. Да, это спа, зона спа. Тут. Смотрите, как торжественно встречают вас всякие масла, крема, бутылочки. Это, конечно, все. Я это так люблю. Я массажные салоны обожаю. Просто вот все, что связано с массажем. Это одна из причин, почему я люблю Таиланд. Идемте с вами дальше. Мы с вами поднимаемся выше и продолжаем просматривать этот прекрасный отель. Пока что все хорошо. Мы с вами поднялись на второй этаж, посмотреть, что здесь есть. Ну, такая простая зона, какая-то большая, и выходы к номерам. Вот такая здесь зона лифтов, очень симпатичная. Такая зона, ожидающая выход к бассейну очередному. Давайте посмотрим. Посмотрите, какая здесь красота. Как вам? Посмотрите, какой симпатичный бассейн. Дерево. И вот такие вот лежаки экзотические. Немного они, правда, грязноватые, но в принципе нормально. И мы с вами направляемся в тренажерный зал. Здесь при входе в тренажерный зал сразу очень-очень чувствуется, что кондиционировано все. Пожалуйста, что-то здесь можно приобрести. Коктейли. А вот и сам тренажерный зал. Давайте посмотрим, насколько он оснащен. Ну, сразу вижу, что неплохо. Сами видите, да, все есть. С вами входим в раздевалку. Пожалуйста, сауна есть. Там переодеваются люди, шкафчики. В общем, все чисто, идеально. Выходим. Вот еще что-то дополнительное здесь тоже, как для тренажерного зала. И выход на пляж. Так, он закрыт. Хочу вам показать пляж.
непосредственно какой здесь песок, какая вода. Немного при выходе, видите, грязновато. Хотелось бы, чтобы немного они побольше тут убирали. Территория, конечно, отеля сама очень чистая. Здесь уже немножко грязно. Вот там основное здание, мы оттуда пришли. Вот такой песок, как бы среднего качества, скажем так. Ну, видите, да, то есть поплавать навряд ли здесь удастся, рядом с этим отелем. Бегают собачки, лежаков нет, ну и достаточно так не особо комфортно. Мы с вами направляемся назад в отель. Так, мы с вами заходим в основной корпус, смотрим дальше. Ребят, номер будем смотреть очень быстро, потому что номеров свободных нет. Мне вот просто ребята дали возможность быстренько его посмотреть. Вот, смотрим. Вот такой вот, такая комната. Здесь ставни в туалет, в ванную. Достаточно темно. Ой, что-то тут не включается свет. Вот он, наверное, здесь включается, да. Ну, очень неплохо. Очень неплохо. Тут такая зона лаунжа на 8-м этаже. Пожалуйста, можете что-то перекусить. Неплохо. Абсолютно неплохо. Идем дальше. Так, мы едем с вами назад. Смотрите, какой лифт симпатичный. Спасибо отелю Дации, мы все посмотрели. Отель реально очень красивый, все понравилось. Смотрите, цена такая. Сейчас этот отель, потому что он загружен, стоит где-то $100 в день за двоих, включая завтрак. Потому что здесь проходит какая-то конференция, все номера заняты. Если вы снимете его, например, в любой другой день, в низкий сезон, то цена может быть даже $80 за двоих, включая завтрак. Поэтому думайте, смотрите, все рядом, терминал 21. Так что плюс отелю, мы идем с вами дальше. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только полезные и интересные видеообзоры. И, конечно же, всем удачи. Пока!